Человек с никнеймом Денис Лейв. Спасибо большое за донат. На всякий случай осуждаю все, все, что здесь будет. Что-то стырил у других, что-то сам придумал, шутечка для своих концов. Сделал так, чтобы мне нравилось. Надеюсь, тебе тоже зайдет. Спасибо большое за донат. Смотрим. Блин, как-то надо было... Знаешь, сейчас же есть эти нейросети, которые умеют вырезать вокал. То есть, в принципе, минус можно сейчас сделать супер легко. Просто на сайт какой-то можно зайти, какой-то вокал-ремувер, по-моему, есть сайт, и можно просто убрать дорожку вокала. То есть вот сразу слышно, что типа ты как бы наложил поверх, толком не убирая. Но я, например, так шаманил. Я, короче, убирал верхние частоты и там по громкости как-то низы докидывал и просто поверх этого клал уже гачи-звук. То есть как вариант. Только парень посвежил реально. Ну, а чё, кайф. Была спина потная, блин, все это. Сейчас, хоп. Сполоснулся, проветрился. Кайф. Ну, в принципе, как бы обычная влажная фантазия типа средней поклонницы шамана. Я вдыхаю Да, ты по ритму постарался уложить, да? Ну, блин, слишком как-то растянуто. Ну, я бы сделал, типа, надо мной летает Dungeon Master. Если, типа, мне кажется... Как надо было сделать? Ну ты чё, как можно слово «как» не заменить на «как»? И хочется просто любить. И мне другого не нужно. Такой... Ну, осуждаем, осуждаем. Это ужасно. Это как можно так шутить? Это оскорбляет? Кого? Шамана сраного, типа? Ладно. Да даже не оскорбляет за кого. Ну, короче, ладно, пофигу. Все поняли. Камень. Вот это хорошо. Всему миру на S. Вот за это, кстати, вата должна только лайкнуть наоборот. Ну, типа, камень всему миру на S. Как говорится, ненавижу этих всех гомосеков, так бы их и тракнул в жопу. Здесь, в принципе, по идее, и то, что в рифму все, и, ну, короче, как бы текст, идея текста классная, реализация, типа, не очень качественная. А мне, по-моему, кто-то в вытяжку напердел, судя по запаху. Кто-то на 21 этаже на улице просто пернул, я не знаю, как это сделал человек, но, видимо, все, это уже как бы товарищ майор. Уже старается. Ну ведь склейки плохие, вот это все. Ну прям слышно, что ну... Может это я все-таки? Ну камень всему миру на S, это же вообще просто роскошно. Смысл появился в песне. Да наоборот, как бы хвалебная песня, то есть, видите, как бы... То есть, типа, как бы, вроде бы даже и рофл на тему того, что гей, но актив. Камень всему миру на S. Это был самый крутой гей. Ну это очень локально, но очень смешно, да. Камень.
Но для сокола это уже слишком хвалебно. Такой, там где-то на фоне в конце. Блин, ну вообще неплохо. Как говорится, успехичей, вот, ну, не хватает именно гачества, то есть, ну, просто мастерства пользования программой. А так, как бы, ну, по юмору все норм, но, собственно, желаю не попасть в тюрячку.